Всем доброго, здоровья, цыплят, птиту, сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет! Ну что, игрушка вышла под названием... Super Adventure Hand. Да, мы, помню, играли в демо-версию, вам игрушечка понравилась, а теперь, как видите, фулл-версия с мультиками, да, и с историей. Да, там смотрели за нами. Оу, нет. От финала нас пополнили. Вообще, это жестоко. Выглядит, кстати, как аниме, если честно, какое-то. Ну, то есть рисовка такая прям. Мне Гулечка нравится. Гулечка, да, симпатичный. Взгляд прям как у тебя. Смотри, что они прям делают. Они как будто тащат часть нашей чего? Руки. А-а-а-м... Мы были более крупные, ох, понимаешь, что это осталось было? Только... Кисть. Да. Где моя рука? Я не ждал такого. Я должна ее найти. Неплохо. Так, уровни, естественно, будут новые. Кто не видел игрушку, это, по большому счету, платформер непростой, где вас будут атаковать ляжки всякие. Поэтому будем пытаться проходить, смотреть, что добавили. Ну, уже этого уровня не было, я помню. Что так, а вот тут знаешь, что я помню? Что надо иногда сходить, смотреть по сторонам, потому что вот... бывают наперстки. Да-да-да. Вон, вот допустим, один внизу. Кружечка. Ах, милая кружечка, хотя бы ты меня не бросишь. И дальше, да. Мы с тобой отправимся вместе. Ой, вот слушай, ну не знаю, как это взять. Так ты просто вниз спустись. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как Человек-паук, короче, только рука. Аккуратненько. То есть мы цепляемся, понятно, по всем этим поверхностям довольно-таки просто. Нормально. Пустые не знают, что из себя представляют, поэтому к кружке. Блин, нормально, нормально. Даже первый уровень уже какие-то секреты в себе таит. Так, идем далее, в общем. Управляем, если что, с геймпада. Все, да, это, в принципе, просто... играет мишка. Так, да. А сзади нет ничего. Ну да, могут что-то спрятать. Но я уж не знаю, могут там за уровень спрятать. Ну мало ли, просто, знаешь, если есть возможность чекнуть, почему бы не чекнуть? Там, кстати, странно. Боже, все нормально. По трейлерам там вообще что только нет. Вы будете на скейтах кататься и на стульях офисных кататься. В общем, дофигища всего интересного. Нормально. Так, ключи. Ага, так на какую кнопку-то? Так. Отлично. Один все, ставили. Легко, да? Ну, сейчас ты еще попробуешь следующий уровень. Я? Здесь... А что, не хочешь? Ну ладно. Стой. А что ты тут не осмотрел ничего? Ничего. Блин, нету, ну это же, если всех найти, это, конечно, трэш. Простите, что я такая глазастая. Окей. Так, да я с ключами-то уж понял. Мы здесь прошли, я бы даже сказал. Руку, естественно, можно по-всякому кастомизировать. Изменять, да. Там и лак. Ноготочки. И часы. Такое. Так. Так, вроде все взял. Все, молочек. Так, а что такое? Отсюда, скорее всего, нужно. Щелбан дать можно на X. Ага, это, наверное, против. Слушай, ног можно... нужно будет. Не. Выключилось. Оно выключилось? Да нет, оно... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Периодично. Понятно. Фух, на, попробуй. А, пока на уровень простые. А, прыжок, камеру понятно, как рулить. X... Одно, другое. Все, наручные часы пошла. У тебя даже тут все просто. Надо вот отсюда. Да, да? Тут и так допрыгнет она. Стоп. Ого, ничего себе спрятано. Да ну только себе, может такое случиться. На, прислали тебя в коробке. Ну здесь сейчас легко зайдешь. Юль, так ты не взяла этот свой. Ты ради него А взяла. Взяла, я не. Прыгать на А. Вот и все. Часы смогу слить за временем. Ничего себе. Ого, прыгай. Все, отлично. Здесь один только наперсток, больше не ищи, да? Юль. Да, так а что. А вот там что было? Иди уже, все, один написано, один из одного. Ну, все, теперь тут легко. Еще на время. Да. Ну не обязательно на время. А вот это надо... Беги, 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 беги. Все, отлично. О, думал, я левый курок. Ух, блин, опасно ты, конечно, все делаешь. Все, давай следующий месяц тоже. А, тоже я? Да, тебе понравилось, да, наблюдать, нет, почему, за просто... опасными приключениями, ну, шальной руки. Ого, тут даже мировой есть. Мы на 175-м месте. Mm-hmm. Ну, кстати, я не самый последний, Юль, между стараться. Прочим. И тут, возможно, когда ты упал, тоже считалось. Да, все, ну, в руку. Простите. Два наперстка, если что. Так, так что следи, тут у нас искатель их. Уи! Прям на кактус, отлично. Ну, я как бы ты его коцнулась. Не задел, да? Ну, красным чуть-чуть это, засияло. Так что, внимательно, не знаю, смотри. Да. Еще... О,
Пока Юля бегает, спасибо большое нашим спонсорам, что нас поддерживают. Тут самый сон. Огромное спасибо тебе за поддержку. А вы, ребят, можете поддержать с помощью лайкос, подписки, либо бусти, как вам хочется или не хочется. А Юль, давай, кстати. Слушай, уровни сразу же нас пошли нормально. Тади нашла, да, на квест? Да. Ой, ну карта еще большая, так что вполне возможно... Повезло, что он цепляется за лапу. Так, где лапу. Следующий-то? Давайте, надо тогда сразу же. Что-то Юля вообще в трэш пошла. Вот так, нормально? Так, вот здесь, да, все отлично, все хорошо. Там вот это крупный там, план. Кстати... Вон, наперся. Да. Тут можно просто ползти, на самом деле. Да? То есть никаких проблем. Блин, ну как-то непросто. Мискузи, аккуратно. Вот здесь давай, ползи. Нормально, здесь чувствуется. Можно прыгнуть, Юль, тебе вниз надо по факту. А как вниз? А не наверх разве? Да можно низом, вон, видишь. Вот тут. Ну, тебе так на те площадке. Стой, прыгай, да, пикируй. Реально. Но вот все, вот сейчас прям идеально все получилось. И вот здесь надо аккуратненько. Сейчас. Не а пожарь, тут как? Жди. Подождать? Да, давай, пошла, прыгай. Все, я успела. Молодец. Ну, на время не успела, как бы, на скорость. Но ну, а зато собрала на все на верст. Мне кажется, да пофигу, 116-й. Вы видишь, о, слушайте, не так и плохо, два больших как пальца. Бы. Так что нормально. Я считаю, что я молодец. Жуткие ноги. Видимо, сейчас начнется, да, схватка с ногами. В рот мне ноги, я не дам им снова меня отпинать. Учитывая, что у него нет рта. Ой-ой-ой, они сразу же... Ау! А их пинать, щелбан. Я думаю, щелбан хрен что-то. А можно на него этот кактус, наверное, было. Наверное. Слушай, а коробка что, может им там... Ну, короче, я просто этот... Не знаю. Я мирная рука. Так, где тут вот наперстки? Один всего, один здесь, в этой кассе. А скотч здесь... Ну и ладно, в принципе, не больно-то и хотелось. Эй, я не нашел... Мне кажется, здесь наперсток, вот тут. Не, а мне кажется, у нас в самом начале был. Блин, и у меня булька. Ну и ладно, я без наперсток. Я уверен, что он был в самом начале. Здесь... Хотел тебе сказать, но... Да но не пофиг. Сказал. В жуткие ноги. 40. О. Зато смотри, ты на время прошел. Ну тут либо одно, либо другое. И то я один раз упал. Кошмар. Тут стопудово, вот знаешь, в некоторых местах... Со спины, в самом, да, начале где-нибудь. Вот один есть, сяд. Смотри. А еще, видишь, такие места иногда выбирать. Вон, кстати, явно кепку можно на себя напялить. Мне кажется, нифига нельзя. А, она только а видишь, думаю, что можно. Да нифига. По-моему, было в демке такое. Кепку? А еще я вроде в трейлере видела. Мне кажется, если только на ногу он кепку. Давайте попробуем на них. Знаешь, дорого стоит. Да иди, уже иди, просто иди. Все, нафиг. Больше я не буду связываться ни с кепками, ни с чем. Но тут еще все железное цветом. Попробуй разглядеть наперсток. Вау. Главное, чтобы нас не распилили. Можно снизу вот, было пройти. Мне кажется, снизу, кстати, может что-то и есть. Ну, уже не знаю. Я полетел. Уи! Вон наперсток, вижу. Ага. Это последний. Вот видите, я хотела сказать, что они где-то запрятаны в том месте, часы. Где ты вот, будешь... Кстати, можно будет чекнуть, какие у нас там еще аксессуары. Да. Блин. Короче, в том месте, где ты будешь обязательно проходить, но не заглянешь туда. Единственное, что вот тут нюанс есть, рука прыгает в ту сторону, куда смотрит камера. То есть, если ты бочком смотришь на все происходящее... То получится она... криво. Ну, да, не туда, куда надо. Все. Миш, ну молодец. Ну, молодец. Так, ты хотел посмотреть часы, какие, да, у нас предметы есть... Оп. Так, давайте посмотрим, какая здесь кастомизация, что у нас здесь выпало. Все это можно как его настроить. Тип кожи можно изменить. Вон, цифровые появились, модные. Модные. Так, ого, напульсник. Давайте. Кольца, вау. Ну вот, зарегат. Чаточки там какие-то. Лак еще черный. А, лак открылся, главное. То есть это может быть... даже. Ну, я не знаю, какой-то... Моргенштерн Эдишн. Ну, давай вот так. Будет самое то. И в прыжке у нас, на Юле. А, я буду. В прыжке. 2-2. О, какая. Теперь ты реально Венсдей, слушай, по сути дела. Или как там она? Вещь. Ой. Настоящая вещь. Все, больше нет наперстков, имей в виду, чисто пропрыгать надо. О-о-о, быстрее тут. Так, оп, фу, все. Нормально. Но пока уровни такие, типа, терпимые.
Только я сказал. Со второй можно прыгать прямо сразу же на стенку. Иногда чувствую себя беспомощно, как будто мной управляет. И очень чудо. Какой-то лох. Да, как будто так и было написано. Неуклюже. Здесь тебе надо вот прям пробежать. Да, стой. Да. Так. Слишком. Да, надо тебе ближе, ну, к лаве. Да, и назад отходи. Во, прыгай. Все, да, нормально. Молодец. Давай прыгай, чтобы быстрее. Прыгай. Еще раз. Все, молодец. Все, под контроль. За минуту управилась. Посмотрим, сколько тебе очков давали. Ну, тут, мне кажется, надо быстрее было. А фиг знает, 78 место. Не, как раз влезла. Ё, молодец. То, куда надо. А я еще даже наперсток взяла, кстати. Ой, боже, здесь уже надо будет соображать. Выбирай дорожку, куда пойдешь. Ну, я не знаю, но пойду. Ой, Юля, аккуратней. И что надо делать? Ты не видишь? Нет, я в том смысле. А, надо ключ взять, наверное. Как, на что брать? Левый курок. И беги. Беги. Сейчас тебя. Быстрее прыгай. И направо куда-нибудь там сваливай. Так. Все, уехал. А дальше? Теперь такой же, видать, справа. Так. У тебя прикол. Стоп, а тут вот. Да это все фон, Юль. Да, ну окей. Ну, кстати, здесь да, наперстков еще нет. Между да. Ну, тебе надо ключи взять. Может, мне кажется, наперстки спрятан за этой штукой. Но это думаешь, время ну, потратишь. Да, да, да забей, иди. Блин, я все равно забываю. Если захочешь, за кадром, пошубуршишь тут, соберешь все, что тебе надо. Так, аккуратней. Ты же время потратишь. Да, блин, ну да, интересно же. Сейчас, мастер. Собирастер. Так, так, отлично. Ты еще хочешь сказать, в ту пойдешь? Стоя. Конечно. Ну не трать время, иди ну, сразу ладно. Же на этот наперсточник местный тут. Вот он, кстати. Ай, какое счастье. Спасибо большое, игра. Какая ты хорошая. Так, ногти а синие. Что делать-то? Ну, Юль, физику используй. Юль, не такую, чтобы удавиться. Назад ползи быстрее. Еще. А что он камеру как-то странно? Ну вот она вот так вот. Давай. Я пытаюсь отрегулировать. Упору, держи. Все, теперь. Так, все, Юля, аж закружил, затошнил руку-то. Так. Все, ну тут нормально. Вот именно когда ты крутишься на этом шаре, оно почему-то камеру сбивает. Изначально просто более удобную позицию взять, а тут видишь. Зато я все собрала. Да, молодец. Молодец, я считаю. Но сама себя не похвалишь, Мишка не похвалит. Чисто шмот. Боксерский мост. Что-то я. Что значит чисто шмот? Вот если бы... Чего? Ну, шмот. Ну, так это необходимая для нас вещь. Ой-ой-ой. Ну, все нормально. Вон, кстати, ну, и тут одна. Да. На нафиг, ой. Вот, кстати, тут надо, наверное, было, может быть. Да нет, тут... Надо... Пнуть было. Блин, ну да, ладно, залет, хорош. В принципе. О, вот здесь в принципе, чувствую... можно было здесь сократить. Здесь, короче, явно... Камера порой дарит. В этом смысле... Шоткаты использует, короче. Шорт, да. В общем-то, в принципе, это... Я так и сказал. Как его еще хотел сказать? На спидран тут, да, много чего рассчитано. Ну, то есть отсюда можно было сразу на коробке, там, возможно, даже на дальнюю. Ну, типа, это надо... Сразу на эту уровень трубу. Несколько раз пройти, только нормально на трубу надо было запрыгнуть. Да. Да, это понятное дело. Блин, так смешно, на самом деле, на еще пальцы смотреть, да, как они паучи, туда-сюда. Паучья рука. Так, вот здесь я рассчитаю и прилетел. Да. Нормально, отлично. За минуточку долет был. Так, рука стоит у нас был. Боксерский мост. Слушай, ну все, у меня стабильно, по-моему. Стабильно. Эмоции еще есть, смотри, а нафига не нужна? Понял. Ясно все. Какие здесь понятно. У нас эмоции? А здесь стопудово какие-нибудь ящики открываются, mm-hmm. мне кажется. Возможно. А можно вообще? Ну сейчас или проверим. Ладно. Ну, оно открылось, но я не скажу, я что это... Я имею ты... в виду ящики. Слушай. Ящики. Ну не, ящики на фоне. Блин, это стулья, это, конечно... Когда предметы физически начинают шевелиться, это, конечно... Да, это интересно. Блин, а мне, кстати, игрушка сейчас почему-то I'm Fish напомнила. Блин, я застрял. Тоже так же тут как-то пролезть надо, блин, и что ты там не сделаешь. Так. Давай попробуем ящики. Ты... А, рука. Не, нет, ничего окей. не... Курок не работает вообще. Ясно. Здесь. Ну не, оно как будто, вот видишь, хочет подтянуть, но все закрыто. Ну, не жмется. Но здесь, было бы кстати, логично. Здесь, кстати, всего один. О, плафончик. А, был. Но я пока не мы видел. Явно его вот пропустили. Здесь, может, спрятан. Мне кажется, он какой-нибудь...
Ну да, жопе. Вот в таком типа месте, в плане самом гипернеудобном. Фантастика. Опа! Оба, оба. О! Да. Тихо. А он еще там блестит. Это уже кружка? Прокатился. Блин, самую классную пропустил для себя. Да, я, к сожалению, не увидел. Облажался. Ничего не выполнил. Да, 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 да. Даже на скейте не прокатился. Ну, короче, я думаю, что уже обсмотрелись по поводу прохождения, уж тут вряд ли, но в любом случае хотелось показать. Слушай, поддержите. Ну на самом деле здесь, смотри, как раз началась такая движуха. Слушай, не, ну это я хочу пройти, надо посмотреть, так, да, давай. Все-таки что-то с розетками. Что-то новенькое, что-то вот интересненькое. Сюда. Втыкаем. Вот, наверное, вот на это. Да вот я пытаюсь, типа, в источник здесь электричества. Здесь тоже, кстати, вон одна эта да. штучка. О, пошло. Вот это вот интересно, мне нравится. Там, помню, в демке были вот эти, ну, типа, открытые уровни, где ты должен там что-то сообразить, mm-hmm. что-то сделать. Так. Мне нравятся такие. Смотри, вещи. Наверное, одну надо вот сюда. Нет, ты зря сюда принес, я Почему? Думаю. Почему? Он еще там... провод-то есть. Ты что? Ну, оттащить, наверное, долю. А хотя, может, откуда тащить? Сейчас нормально рулим тут все. Мне почему-то, я не понимаю... А, Human Fall Flat мне вспоминается. Вот ну черт, да, какая-то с этим. Есть. Так, а здесь вот тоже, ну просто... Ну это, да. в принципе, легкий уровень пока. Ну да, но тут тебе видишь, показывается... Учитывая, что еще на время... Да время-то это ладно. Кому больно. Механики новые, да? Да, именно. Сама сложность чуть другая. О! Видишь? Вон там вижу уже круг. Появилась башня. Да, только вот здесь вот... Смотри, они... Прям сплатун какой-то. Ты вот сейчас прям... Прям ну, на волоске. Горячее было, да, горячее, я согласен. Блин, ну зато, видишь... Еще бы, знаешь, долю секундочки, тебя бы поджарил, чертам собачьим. Маленький электрик, 50-е место, можно сказать, или как бы сказать. Ну ладно, в общем, давайте пока на этом в любом случае закончим. Даже, вон, видишь, о, взрывы пойдут. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.